Швеция разрешила строить «Северный поток-2», СМИ. Ранее Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Правительство Швеции одобрило строительство «Северного потока-2». Об этом в четверг, 7 июня, сообщает шведская газета Dagens Industri со ссылкой на представителя местного парламента, члена партии Центра Керстин Лундгрен. По ее словам, о соответствующем решении сегодня МИД Швеции проинформировал представитель разных политических сил страны. Ранее «Северный поток-2» получил все необходимые разрешения в Германии и Финляндии. Напомним, газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю из России в Германию. Его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 миллиардов евро. Партнеры по проекту – «Газпром», «Энджи», «МВ», «Шелл», «БСФ», «Юнайпер». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.